Год назад жители Махалебалдыр Пасторгомского района обратились к Хоким области с просьбой решить их проблемы. Они касались разбитых дорог, перебоев с электроснабжением, питьевой водой и других. Исходя из просьбы населения, была разработана дорожная карта. Как исполнены ее пункты и что сделано за это время, обсуждено на встрече главы региона с ответственными лицами и жителями в Махалебалдыр. Поочередно были заслушаны отчеты исполнителей. Региональным предприятием электросетей было установлено 560 бетонных опор линии электропередач, 5 новых трансформаторов, отремонтированы 4 трансформаторных пункта и проведены СИП-кабели. Вместо заявленных 11 километров дорог в селах Болдыр, Коракалпох-1, Коракалпох-2 и Хужа было заасфальтировано 12 километров, 9 километров внутренних дорог покрыты гравием. Еще на 2 километрах внутренних дорог в селах Коракалпох-2 и Болдыр будет гравийное покрытие. Работы областного филиала Уссуфтаминут еще не доведены до конца. Вырыты скважины, установлена и отремонтирована одна водная башня. Что касается голубого топлива, то все домовладения полностью обеспечены газовыми баллонами. Как было отмечено на встрече, приведены в порядок социальные объекты. Отремонтировано и расширено здание 6-й общеобразовательной школы. Вместо старого здания 5-й школы построено новое дополнительное, а также обновлены здания сельского врачебного пункта и Махалебалдыр. Глава региона исполнителям дал 2 недели для завершения всех работ. На встрече были заслушаны обращения жителей. Аксакал из Махале Ошахота рассказал о том, что их Махаля также нуждается в благоустройстве и попросил практического содействия. Хоким области поставил задачу ответственным лицам изучить имеющиеся проблемы и разработать дорожную карту.